Мы не понимаем, что только когда мы пленены Иисусом, только тогда мы можем следовать за Ним. Если мы восторгаемся им, послушайте, есть предупреждение, и Иисус предупреждает нас постоянно о ложных знамениях, ложных чудесах, о лжеучителях, лжепророках. И если вы не познали личность Иисуса по-настоящему глубоко, и это серьезно, это как было тогда со мной, возвращаясь к 7 главе от Матфея, я тогда сказала себе, да, мне необходимо быть честной с собой. Где я сейчас? Знаю ли я Его? Влюблена ли я в эту личность? Я уверяю вас, что если вы влюблены в Него, вы способны отдать вашу жизнь. Вы забудете о себе. Именно так. Такое происходит, когда вы влюбляетесь, не так ли? Когда вы влюблены, вы совершаете сумасшедшие поступки. Не так ли? Но почему мы говорим, что любим Иисуса, но главное для нас — это мы сами, забота о самих себе. Это не любовь. Нам нужно быть честными в этом.